Всем привет! С вами самая добрая и самая обаятельная программа «Словарики», потому что ее героями становятся дети. Сегодня мы отправились в детский сад номер 123. Давайте познакомимся с нашими смелыми и жизнерадостными. Меня зовут Марианна, мне 5 лет. Меня зовут Юля, мне 6,5 лет. Меня зовут Ева, мне 5 лет. Саша, 5 лет. Меня Мила, мне 5 лет, а скоро будет 6. Меня зовут Настя, мне 4 лет. На этот раз мы решили узнать, что за праздник отмечают 23 февраля. Дедушки. Ну, это наша там, есть страна. Что она наша? 23 февраля день отца. Бабушкин, мамин, папин. Далее все. День защитниц. Надо дарить там какие-то там сладости или что-то такое. А я маме дарю цветы с папой. А я розы. День защитника Отечества. Этот день поздравляют пап. Дарят подарки, счастья, здоровья. Рисунки, открытки. Такие подарки. Угу. Ну. Кто такой офицер? Полицейский. Офицер – это который едет в полицейской машине. Милиционер. Человек. Еще есть, который создает такое… Которая в больницу едет. Это там доктор называется, люди. Ну, который лечит кого-то из людей. Папа, папа, дедушка. Могут быть в доме полицейской, ну, где воришки. Он прописывает лекарства, уколы, там что-нибудь, прививки. Потому что он арестовывает. Я не знаю. У меня нету никаких мыслей. Что такое погоны? Веревка. Погоны – это такие вещи, которые одевают прокуроры на работу. Погоны, ну, это которые… Лошадка. Погоны – это… Значит, что на академика. На плечи. А если это паровоз, ты на рельсах, тебе может на палец он попасть иногда. Палец, если попадет, будет очень больно. Если подставишь палец и ранка, ногу, и ранка будет. Да. Просто такую одежду носят на работе. Что такое родина? Родина. Родина. Это наша страна. И ее называют Ростов-на-Дону. Родина – это наша столица. Это когда поранились. Или когда просто черная точка на руке. Некоторые люди, ну, живут там, в других городах. Да, и в России живут. Да. Это мам защищать. Такие вот мысли у самых непосредственных жителей нашей планеты. Цените каждый миг и не спешите взрослеть.